Остеоартроз уже как диагноз или еще только его симптомы – основная причина посещения врача-ревматолога. Ни одна рабочая смена этих докторов не обходится без пациентов, страдающих от данного недуга. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, 20% жителей земного шара имеют это дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов. Поражаются тазобедренные, коленные суставы, мелкие суставы стоп, кистей. Заболевание это характеризуется тем, что нарушается метаболизм хряща. Он начинает истончаться, изнашиваться, становится сухим. И в результате этого у человека начинает испытывать боли, дискомфорт, какие-то ограничения при движениях. Болезнь чаще поражает женщин, однако остеоартрозу подвержены и мужчины. Факторы риска – наследственность, генетические или приобретенные заболевания, избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни или, наоборот, чрезмерная физическая нагрузка, травмы или микротравмы суставов. Не способствует противостоянию болезни и отношение самого человека. Чаще всего к врачу обращаются в тот момент, когда недуг уже не оставляет других вариантов. Заболевание чаще всего развивается где-то от 40 до 60 лет. Это наиболее частое период. Ну, иногда бывает у молодых, и бывает также, ну, у некоторых и старше, более возрастной, но в основном это 40-60 лет. Держать тело в тонусе, следить за его внешним видом и правильным содержанием, вести здоровый образ жизни, профилактические советы докторов не содержат ничего экстраординарного. Важным моментом является и обувь, грамотно подобранная. С учетом всех особенностей организма, она способна существенно снять нагрузку с суставов, а значит, не дать развиться тяжелой болезни.